необычный однозарядный пистолет. Интересный и необычный пистолет был выставлен недавно на известном оружейном аукционе Morphy Auctions. Собственно, необычность этому образцу придает латунный раструб, прикрепленный к стволу. Предназначен он, очевидно, для усиления звука выстрела. Сам же пистолет однозарядный, сконструирован американским оружейником Итаном Алленом, известным своими карманными моделями, пеппербоксами и револьверами. Ствол вкручивается в рамку пистолета, благодаря чему заряжать оружие можно с казенной части. Снаряжается, видимо, холостым выстрелом. Калибр пистолетов от 28 до 36. Для чего понадобился такой странный пистолет? Как уже и было сказано, раструб усиливал звук выстрела, а сам пистолет служил для подачи сигналов при парусных гонках, ну и, вероятно, при других соревнованиях. Проще говоря, это стартовый пистолет. Пистолет выставлен на аукцион с минимальной стоимостью в $200. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.